Привет, ребят. У нас вот такая погода. От этого вообще ничего не хочется делать, во-первых, а во-вторых, все время хочется спать. Я все время чувствую себя жутко невыспавшимся. Плюс к этому еще очень холодно. На улице плюс 12 градусов, а так как в Байросе нет отопления, ну, мы греемся либо одеялом, либо кондиционером, либо и то, и то. 90% времени мы проводим дома. Как вы понимаете, в такую погоду ходить вообще никуда не хочется. Максимум ходим в магазин возле дома каких-нибудь овощей прикупить и воды. Дома все как обычно. Работаем, изучаем испанский. Я изучаю Python. Монтирую видео. Но к концу недели вот это вот все обещает очень сильно поменяться. И мы, надеюсь, куда-нибудь выйдем и снимем опять же что-нибудь интересное. Ну а пока просто бытовая жизнь. Давно такого не было. Кстати, тем временем в Батуми на данный момент, а сегодня уже ноябрь, плюс 28 градусов. Море 20 градусов, люди купаются. У них лето все еще идет, уже ноябрь. Эх, счастливые люди. Ну ничего, скоро и тут настанет лето. Говорят, оно будет очень жарким. Вот, Даша сегодня у нас с утра на завтраках. Вот такую красоту делают. Смотрите, это тост с маслицем, авокадо. Тут будет красная рыбка. И я сейчас сделаю яйцо пашот, сверху положить, чтобы вот так вот его разрезать и потекло. Ну что, вот такая красота получилась по итогу. Все готово. Это уже полноценное блюдо, так что welcome за стол. Дешуя. Пойдем завтракать. Дальше у нас королева маркетплейсов. Нашла где-то, опять же, в телеграм-каналах качельку для дочки. Такую, которая в розетку вставляется и на... В общем, чтобы дочь сама занята там была. Спасаемся гаджетами, всякими уже вещами. Дочки еще нет, ну, в смысле, она там еще, а вещи уже здесь. Готовимся. Всем привет. Мы ждем качель. И ребенка. И ребенка. Надеюсь, он появится в срок. Она. Она. Ребенок. Я ее не заставляю говорить, она сама. Сегодня у нас суббота, выходной день. Всю неделю мы провели дома. Были дожди, были дела. Настроение было только закутаться в плед и просто из него не вылезать. А погода все-таки влияет на настроение. А сегодня Володя, это Гошин друг, Володя позвал нас в гости поиграть в настолку. Понятия не имею, что это за игра, но мы не так уж сильно заняты, чтобы отказываться лишний раз. Поэтому решили попробовать что-то новое. До Володи нам идти час, погода прекрасная, наслаждаемся днем. Вчера я испытал самое настоящее чувство социального голода. Мне очень хотелось с кем-нибудь встретиться, пообщаться. Но так как у меня здесь знакомых пока еще очень мало, я поступил следующим образом. Я залез в Телеграм, нашел чаты русских в Аргентине и посмотрел, что там ребята собираются играть в настольный теннис. Собственно, там мы и встретились, поиграли в настольный теннис, зашли в бар, пропустили по кружечке пива, пообщались, и в целом хорошо получилось, хорошее знакомство. По крайней мере, это было похоже на то, как люди просто собираются поболтать. Хотя мы были, ну, совершенно незнакомые. Это вообще никак не повлияло, прям отлично провели время. Такое ощущение, что социальный голод бывает не у одного меня.
Смотрите, ребят, здесь недалеко от нас какой-то интересный жилой комплекс. У него стоит вот такой монумент, какой-то кусок головы с зубами. Прям очень детализированно все выглядит. Зубы очень настоящие. А потом, значит, вот такой забор красивый, стеклянный. И вот такая башня. Кстати, башни здесь называются Торре с двумя R. Например, Торре Бельграно. Вот, башня Бельграно. Красивый жилой комплекс, ничего не скажешь. А еще, что он находится на возвышенности, с него, наверное, вид, конечно, потрясающий. Мы в какой-то прям такой квартал попали, даже не квартал, это целый район. Здесь, конечно, очень красивые дома, и внешне выглядят супер. И есть ощущение, что во дворах там бассейны. То есть вот сейчас мы увидели, парень во дворе шел в плавках. На улице, ну, плюс 21, плюс 22 где-то. Ну, наверное, там есть бассейн, чтобы он просто так ходил в плавках. Райончик, конечно, тихий, красивый, спокойный. И рядом с оживленным Бельграно. Классно. Ребят, судя по комментариям, знаю, что многие из вас очень интересуются городом Буэнос-Айрес. И, пожалуйста, напишите, а что именно вам интересно, чтобы я больше показывал как раз эти моменты. А вот это мы, похоже, подошли к какому-то посольству Вьетнама. Сразу, конечно, все вьетнамские козыри вывесили здесь на заборе. Да, смотрите. Вот и часть Вьетнама здесь. Господа, а это, похоже, турецкое посольство или консульство. Мераба. В общем, все здесь, все наши здесь. Целый час, даже больше, наверное, часа полтора мы шли пешком, дошли, опоздали, но пришли первые, потому что те, кто нас ждет, опаздывают все еще. Сидим, ждем прямо вот на улице у подъезда. Я не люблю, когда люди опаздывают, поэтому чаще опаздываю сам, чтобы не ждать никого. Но Вова, видимо, не любит ждать еще больше. На целый час. Ну что, ребят, мы вчера классно провели время, поиграли в игру настольную, которая называется «Игра престолов». Часов, наверное, 6,5, да, мы играли? Ну, в целом, да, где-то так. Мне вот очень понравилось, тебе как? А мне тоже понравилось, интересная игра. Долго, правда, да. Устаешь уже под конец, но интересненько. Новый опыт. Да. Еще интересно то, что мы были там вообще с неизвестными людьми. Просто один молодой человек просто написал клич в Телеграме и позвал вообще незнакомых людей к себе. Это очень интересный опыт. Но, кстати, компания была вполне себе даже очень. Люди были интересны. Ну, некоторых из них мы знали. А хозяин и еще один член нашего коллектива были вообще абсолютно неизвестные люди, но прошло все прям на ура. Мне реально очень понравилась игра, и я бы еще в нее поиграл, то есть я уже имею представление, как, какая там механика, и немножко побыстрее и подинамичнее все это будет, поэтому я думаю, что получу от этого даже еще большее удовольствие, но, надеюсь, нас позовут снова. Вот, а сегодня у нас воскресенье, мы решили съездить в пригород, но прождали очень долго автобус, и времени довольно много для того, чтобы уже ехать за город. Мы переиграли планы, и сейчас выдвигаемся в уже знакомый нам район, да. Пуэрто-Мадеро, но мы пойдем в парк смотреть на птиц. Да, помните, Гоша рассказывал, что есть парк, где там вот эти бёрдвотчеры смотрят на птиц, там зачеркивают их.
Вот мы без такого буклета, но просто пойдем посмотрим, погуляем. Кстати, когда мы сообщили об этом Гоше, он сказал: «О, я приеду, ждите, птиц не пропущу». В общем, ждем Гошу. Пойдем смотреть птиц. Надеюсь, у нас хоть это сегодня выйдет. Погнали. Мы пока ждем Гошу, решили попробовать местное блюдо, уличное такое. Уличной кухни, называется чорипан. Это колбаска чоризо в хлебе и там со всякими наполнениями. Ну, в общем, как хот-дог. Так пока мы заказывали, парень, который принимал заказ, он понял, что мы по-русски говорим, он так обрадовался. Он аргентинец, он чуть-чуть говорит по-русски, но это уже удивительно. Представьте, где Аргентина и вот что... Тут кто-то даже вот прям может по-русски объясниться, вообще круто. Вот. В общем, мы пока ждем, пока приготовят. Ждем Гошу, в общем, ждем. Ну что, ребят, поели, вкусно, хорошо. На самом деле, очень популярная история этой хот-доги. Прям вот там очередь не заканчивается, как в красном и белом, можно сказать. И у нас Гоша приехал уже, все. Идем в парк. Гоша, наверное, надеюсь, взял тот самый свой журнальчик, где он будет отмечать, кого видел. Ну, чтобы все было по-серьезному, по-взрослому. А вход-то сколько стоит здесь? О, вход бесплатный. А вот чорипан стоил, по-моему, 1200. Это обычный. И 1600 – это полный комплект. Там сыр, яйцо, бекон. В общем, вот... Очень приятно, очень доступно. Чтобы вы могли посчитать на рубли, разделите на 10. То есть 120 и 160 рублей, соответственно, за такие порции. Так, а погода-то разгулялась. На улице реально началась жара. Солнце прям палящее. Хотя времени уже половина четвертого, но пробивает очень хорошо. Мы сейчас в этом парке, но пока что никаких птиц не видим. Но... каким-то образом оказались на берегу залива. По сути, это залив, который с открытым доступом в океан. То есть, отчасти мы на берегу океана, наверное. Вот. Правда, здесь никто не купается, но зато можно посмотреть на корабли, на яхточки. Вот. По крайней мере, вот такие водные развлечения тут есть. У нас, так сказать, привал. Мы нашли какую-то полянку с... скамеечками, решили немножко посидеть, отдохнуть. Маршрут наш примерно займет полтора часа. Мы готовы. Я говорю ребятам: пойдемте, пойдемте. Они все такие: ну, не знаю, долго идти. Я говорю: да пойдемте. Да, конечно. 7 километров сколько? Это же весь день надо идти. Да, да. Да? Ты же так говорил? 7 километров по лесу, конечно. Ну да, конечно. Мы сейчас увидели лайнер вдалеке, думали, что просто, ну, лайнер идет в порт. А потом я присмотрелся и вижу, что скорость у этого лайнера очень высокая, очень. Ну и такое ощущение, что это вот как в Питере по Финскому заливу в Петергоф ходит комета, по-моему, называется. Вот что-то подобное, видимо, и здесь. Ребят, проходим информационный вот этот вот билборд, и там сказано, что здесь есть и вараны, и змеи. В общем, все нормально, живность есть. К сожалению, мы никого не видели, но, наверное, если нам идти вот туда, обязательно кто-нибудь будет. В общем, парк полон живности, только она где-то вот спрятана. На дорожках очень много людей, но у животных, соответственно, никого. Ну все, по парку мы нагулялись, вывод могу сделать следующий. Это не самый лучший парк Байрес. Очень много людей, не особо благоустроено, дорожки еще не сделали. Здесь, ну, просто обычная проселочная дорога, назовем ее так. Вокруг кусты, за которыми находится либо забор, либо болото. И как такового чего-то интересного, честно говоря, не увидел. То есть прошелся просто по проселочной дороге примерно 1.5 километра. Такое.
Короче говоря, погуляйте лучше где-нибудь в центре, в отличных красивых парках. Вот моя рекомендация такая. Но единственный плюс здесь, который был, это вид на залив, на море, на океан в дальнейшем. И видно как раз, как плавают кораблики. Вот это да, это приятно, конечно. Ну, в общем-то и все. Пока что прогулку мы решили закончить. Даша устала, там напекла, там отекла, потекла. Ладно, мы подустали немножко и выдвигаемся в сторону дома. Нам еще минут 15 идти до остановки и минут 30 ехать на автобусе. Вот, по крайней мере, будем дома не поздно. Возможно, еще чего-нибудь поготовим вечером и посмотрим какой-нибудь фильм. Вот такой выходной день. По пути домой мы зашли в маленькую лавку у дома и взяли немного разных видов хамона, сыров с плесенью и вяленых томатов с оливками. Очень антуражное место, очень вкусная еда. Ребят, доброе утро. Мы что-то вообще расслабились в последнее время. Встаем в 8 утра, несмотря на то, что будильник стоит на 6. Надо все-таки дожимать и не выходить из режима. Это важно как для физического самочувствия, ну и в целом жизненный ритм, биологические часы. Я думаю, что не надо их раскачивать. Пускай идут, как идут. Вот, и мы сегодня с утра, не завтрака, идем сдавать анализы. Даша будет сдавать кровь, а я иду за компанию. Просто прогуляться с женой, сопроводить, так сказать. Вот, поэтому утро начинается так. Сегодня очень тепло, солнце, плюс 21, город просыпается. Такое хорошее, спокойное утро в Буэнос-Айресе. Мы же тут комод заказали для дочкиных вещичек. Его привезли, но его теперь надо собирать. Поэтому сегодняшний вечер, я чувствую, у меня будет занят именно вот этим конструктором. Ну что, ребят, вчера собрал наполовину этот комод. Наполовину, потому что там нужен молоток, а у меня его нет. Сегодня пойду его спрошу консьержа, возможно, он мне его даст ненадолго. У нас сегодня утро, Даша приготовила шикарнейший завтрак. В такую прекрасную летнюю погоду мы будем завтракать на балконе. Вот так вот Дашуля все оформила. Просто красотища. Овсяночка с бананом, омлет у Даши, какие-то печенюшки и кофе, и вид. Ну, я считаю, это уже хороший залог прекрасного дня. Поэтому завтракаем и вперед работать. Фу, ребят, кажется, я закончил. Если бы не инструмент, который я взял у управляющего дома, я бы вообще, мне кажется, не собрал бы его. Молоток мне очень пригодился, и отвертка с этой трещоткой тоже. В общем, вот. Вот такая красота. Все готово. О, супер. Но единственное, что я все-таки не профессионал этого дела, и цель была собрать, а не собрать хорошо. Поэтому у меня вот какие-то зазоры тут есть, которые почему-то образовались. Я не знаю почему, но пересобирать я это не буду. Я и так потратил на это вчерашний вечер и сегодняшний день. Поэтому все собрано. Большой, красивый, вещи класть можно, пользуемся. Фу, еще одна история завершилась. Ну теперь пора дальше заниматься своими делами. Мне в конце концов надо еще поработать, приготовить вкусную еду на сегодня. Вот. И ну, у меня, как всегда, каждый день испанский и Python по одному уроку, как минимум. Вот такие дни у нас. А
мы сегодня вечером с Дашей съездили в магазин, затарились, прям капитально затарились, что нам надолго хватит. Мы просто забили морозилку, мясо купили, ну, умотаться сколько. Особенно я в прошлый раз стоял и прямо слюной стекал, как видел, как семейная пара взрослая берет вырезку говяжью. И в каком-то нереальном количестве, там штук 20, наверное, они взяли. Каждая при том, ну, минимум по килограмму. Ну, в общем, я в этот раз тоже взял вырезку. Хочу сделать из этого тартар из говядины, ростбиф, сделать, ну, обжарить и замариновать, чтобы просто вот на бутербродики можно было класть. Ну и взяли там, конечно, всяких там сосисок чоризо, стейки американские и так далее. Но помимо мяса мы взяли еще кучу сыра. И один из сыров, я про него читал, это чисто аргентинский вариант. Есть итальянский сыр проволоне, а вот это проволетто. Вот так вот выглядит. Это две такие шайбы, которые ни в коем случае нельзя резать, их надо запекать. И я нашел этот рецепт, и сейчас попробую сделать прям по нему. Я сделал две такие вот тарелочки из фольги, положил сюда вот этот диск проволетты и посыпал орегано. Все, температура в духовке 200 градусов сейчас достигнет. Туда закладываю на 10 минут. Ну и все, готово. Сейчас хлебушек чуть-чуть подсушу, и прям вот хлебушком туда макаешь, и ауф, будет очень вкусно, я уверен. У нас суббота, выходной жаркий день, и у меня бешеное желание провести этот день максимально интересно. Гоша приехал на мойку. Я хочу с ним сейчас встретиться, обсудить наши планы на сегодня и, так сказать, уже определиться и делать что-то интересное. Здорово! Ну что там, салон пылесосишь? Да. Коврики помыл? Да. Под так, капотом? Под... Пришел, давай помогай. Под капотом? Держи, пожалуйста. А что его держать? Он стоит нормально. С другой стороны его толкать. Ага, ну, давай. Смотри, сцепить его с меня вот так вот одной рукой. Так. Чтобы заднее колесо было висе. А, ты права заскочишь? Да. Ну что, Саша, у меня для тебя хорошие новости. Подарочек есть. Саша, что это такое? Да ладно, давай прочтем. Ничего не понятно, но это, кажется, ПТС-ка на... Да, вот здесь написано Сипков Александр. Точно. Крутяк, это что значит? Я могу теперь... Да, ты теперь можешь на него сесть и поехать. Блин, я так соскучился по этому. Все, теперь все официально. Ты не чистым его передаешь, да? Да. Ну пока еще не передаю, но покататься можно. Прикольно. Есть. Я реально сколько месяц уже не катался. Блин, у меня аж это, ляжку жжет. Крутяк. Ну все, вспомнишь батумские времена. Ой, а там МТшечка 07 стоит. Да, да, да. А я приеду, и она меня ждет. Да, надо будет ее помыть, цепь смазать. Ну ты... Сам все понимаешь. Да, мы уже проходили, мы сегодня тренировались. Крутя. Ну все, давай. Ребята, вот будет новый контент, я чувствую. Да и вообще, знаете, это услада для моей души. Купили только что две кости, хотим вот запечь, чтобы продегустировать костный мозг. Получилось за две такие хорошие мясистые кости, ну, примерно 150 рублей. Это что, типа $1.5? Очень-очень приятный прайс. При том, что в этом магазине реально очень большой выбор хорошего, вкусного, красивого мяса. Выбор огромный, просто на любой вкус. Бедная собака там лежала. Мы с Гошей подумали, как тяжело быть собакой в таком магазине.
Так, ну что, планы мы составили. Сегодня вечером мы собираемся у Гоши. У него в доме, где он живет, есть гриль-зона. И мы в этой гриль-зоне на огне, на углях будем жарить мясо. Но до этого мы еще с Дашей обязательно прогуляемся и посмотрим что-нибудь интересное, насладимся, так сказать, духовной пищей. Сегодня мы решили поехать посмотреть одну из главных достопримечательностей Буэнос-Айреса. Как ни странно, это кладбище. Кладбище Риколетто. Пойдем посмотрим, чем оно так прославилось и почему действительно все считают это главной достопримечательностью города. Погнали! Стоим сейчас в очереди в кассу. Прикиньте, можно оплатить только банковской картой. Кэшем нельзя. А банковской картой один билет в 3200 аргентинских песо будет стоить мне в 3 раза дороже. Ну, в 2,5, наверное. Блин. Так бы это стоило 300 рублей, а так, ну, там рублей 900-800. Но это за один билет. Мне надо 2. Вот я ищу людей, кто был бы с аргентинской картой. И знаете что? Никого. Все туристы. Ну что, со второй попытки мы все-таки прошли внутрь. Для этого нам всего лишь понадобилась карта, либо Visa, либо MasterCard, но не с телефона оплачивать, а именно физическая карта. Поэтому, да, если вы турист из России, будет некоторая проблема, если у вас нету карты. Мы решили провести день на кладбище не просто так, как бы это ни звучало. Это одна из самых главных достопримечательностей. Кладбище было построено в 19 веке, и дальше оно стало местом захоронения именно богатых людей. Ну, собственно, о чем и свидетельствуют склепы и мавзолеи, которые тут есть. Ну, посмотрите, это целое произведение искусства. Что говорить? Давайте смотреть вместе. Здесь еще с давних времен начали хоронить самых влиятельных, богатых, известных, успешных людей Аргентины. Тут захоронен бывший президент, Нобелевский лауреат, первая леди самая известная. В целом по монументам, по памятникам, по мавзолеям это чувствуется с размахом. А еще мы вычитали, что здесь специально разводят кошек, чтобы типа вселить в что-то бездушное хотя бы какую-то частичку жизни. Правда, пока ни одной кошки мы что-то не увидели, но если увидим, обязательно покажу. Зато я увидел вот такие интересные скульптуры в мавзолеях. А тут за каждым поворотом открываются какие-то интересные объекты. Вот, например, смотрите. Тут. Да, с западной стороны кладбища вообще каких-то нереальных размеров монументы стоят. Здесь прямо очень все пафосно и вычурно. Очень красиво, очень масштабно. Здесь, правда, нужно ходить и смотреть. Тут может быть много историй про людей, которые здесь захоронены. Так в любом случае много, потому что люди знаменитые, богатые, известные. Но само кладбище... Это надо просто созерцать.
И еще я понял, что хотел бы сюда прийти именно в какой-нибудь туманный, пасмурный день, чтобы немножко так мистическая атмосфера была. Конечно, не солнечным жарким днем здесь проводить время. Ну что, друзья, очень интересное место. Прийти сюда обязательно нужно. Это прям реально красиво, масштабно и очень сильно. Вот такая вот достопримечательность. Ведите девушку сюда на свидание. Скажете, встречаемся на кладбище. Но в Буэнос-Айресе она точно не пожалеет. Все, тут мы завершили. Погнали дальше. Ну а нагулявшись по кладбищу, мы решили немножко передохнуть и насладиться мороженым. Пришли в бутик мороженого, он называется. Ну как тебе после кладбища? Странное ощущение. Есть мороженое после кладбища. Новые руки помыли. А у меня мороженое – это лимонный пирог и банановый сплит. Лимонный пирог, кстати, довольно кисленький, что очень клево. Я устал прям от очень приторно-сладких вещей. А вот банановый сплит напоминает молочный коктейль с бананом. Очень круто. Вообще здесь очень вкусное мороженое. А у меня Red Velvet. Похоже на тортик «Красный бархат». Очень вкусно. Мне до сих пор не сладко, как Саша. Так что я нормально исправляюсь. Ну а так как Гоша сегодня пригласил нас к себе жарить мясо в его гриль-зоне, идем в магазин закупаться гарниром, возьмем вина, возьмем еще всяких вкусностей и идем. Не могу выбрать горчицу. Тут Гоша заехал в какой-то особый магазин и решил прям удивить. И удивил. Смотрите. Это T-Bone Steak 30-дневной выдержки. Пахнет просто. Прямо ферментированный, прекрасный, сухой. Какая красота. И сейчас мы это дело все пожарим. Не выглядит прям сумасшедше. Так я говорю вам. Он еще и толщины вот прям вот такой. Ну да, он сколько здесь? Даже, наверное, сколько? 4 сантиметра? Ну, 3,5. Ну да, мощно. И это тибон, получается, этот... Ну вот, да, косточка-то образная. Соответственно, это толстый край. Это рибай, а это вырезка. Ну, это не рибай, это как-то стриплоин, это тендерлоин, по-моему, правильно называется. Тонкий край и толстый край. Да, как-то вот так оно, в переводах. Вот, это... Блин, я забыл. Называется... Ну, короче, вот это вот классический стейк, который вот без косточки подается, вот с этой вот прожилкой. Как раз жировой. Вот. Это один из классических стейков, а это уже типа вырезка филе миньон. Угу. Вот так вот. Такая. Сколько стоило? 11 тысяч за килограмм. Вот где-то он на килограмм выше. Это 1100 рублей за килограмм. Вот за как раз такую порцию. Блин, ну в России просто такое... Гоша живет на последнем этаже, и когда поднимаешься еще выше, уже пешком, попадаешь... На крышу. А на крыше тут как раз
Вот такой стол. Это гриль-зона, раковина и потрясающий вид на город. Ну что, прекрасный день сегодня. Гош, спасибо тебе за ПТС-ку. А, да, точно, ПТС-ка еще. Пожалуйста. В общем, давно собирались так вот просто пожарить миско вечером на балкончике. Ну, не на моем, уже было, что-то на открытом огне и где-то вот в Париже. Это вот, ну, как называется, гриль-зона. Спасибо, да? Гош. На крыше небо в Буэнос-Айресе, где хороший воздух, хорошее вино, вкусный мясо. Горячее солнце, что как и наши сердца. Да? Ура! Так, это, короче, от Гошиной ноги, от второй. Это костный мозг. Он будет запекаться в фольге. Вот, оно все вот это вот. Все. Я обычно думала, что такое собаки едят. Это чистый жир, это вообще деликатес. Нет. Жалко, да, песика нет. Может, не хотите песика завести? Нет. У нас ребенок скоро. Не хочешь ребенка завести? Ну что, господа, все готово. Мы все прожарили. Ну, до нужных прожарок, естественно. Люба с нами. Поэтому садимся за стол и будем наконец-то уже пробовать, что получилось. Шикарнейший день. Я как будто к Гоше на дачу съездил. Вот. Только ехать недалеко было. Горячий. Ну, идеальный медиум. Короче, Гоша тут всем мозги выковырил. Лучше процесс снимал, давай со второй снимешь. Ну да. Я в первый раз пробую. Кто это? Костный мозг? Угу. Просто на хлеб, какой-то жир, солью и перцем. Подожди. Прикольно. Это жир, который пахнет костром. Все, что пахнет костром, априори вкусно. Даже жир из кости. Да нет, ребят, отлично, мне нравится. Вот. Знаете, что только не хватает? Вина, над вином запить. А тем временем Гоша расковырял вторую кость. Вот так выглядело. Так. Все, начинаем. Давайте уже есть, у нас мясо остыло. Давайте. Получилось вот такое вкусное розоватое мясо. Это медиум. Слушай, по-моему, стоит большой дом. Это же она вкусная. Вообще, шикарный стейк. По-моему, просто восхитительно. Угу. Это, это офигенно, реально офигенно. Это классный тибон. Выдержанный. 30 дней. Премиальный, что? Дорогой тибон. Офигенно. Да, просто как ты хочешь по музеям. Я теперь думаю, в общем, мясо прям топ. Гоша, молодец. Молодец, что взял, молодец, что приготовил, молодец, что позвал нас. Давай. Спасибо большое. Ну, за меня. Ой, за тебя, давай. Красивого, умного. Ну, честно говоря, на том мой вечер не закончился. Я поехал в бар на вечеринку в честь дня рождения блогера Андрея Анастасиади и встретил там Дмитрия Спирина, в прошлом лидера группы «Тараканы». Когда я ему показал фотографию с 22-го года из Тбилиси, он сказал, что ее обязательно надо обновить. Ну и вот результат. А в целом, город праздновал тот вечер не меньше, чем я, поэтому салюты гудели на каждом шагу. Такое настроение было в Буэнос-Айресе.